домашнее овсяное печенье, для приготовления которого нам понадобится овсяные хлопья 100 грамм, одно яйцо, грецкий орех 30 грамм, изюм 30 грамм, кокосовая стружка 20 грамм, 2 банана. Измельчить в блендере орехи, добавить изюм, бананы, овсяные хлопья, кокосовую стружку, яйцо. Все перемолоть до однородной массы. Формируем печенье и запекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут.